Я всегда верил, что это возможно, потому что настолько короткий турнир, где ну, любая команда может выстрелить. И у нас уже примеры были. И Германия на Олимпиаде в финале играли, а сейчас Германия в финале была. И почему нам это не сделать? И я 13 лет назад сказал, что Латвия будет полуфиналь в интервью прям. Меня потом 3 года говорили, что я вообще из другого мира. И ну вот, это случилось. Я еще верю, что будет поколение, которое лучше выступит нас потом. Все рекорды всегда бьются, так что я надеюсь, мы еще успеем это тоже повторить или даже улучшить.